Диабархат. Эй, нихуя, как вернуть зрение, алло? Андрей. Эй, кого? Извините, а как зайти Извиняем. сюда вот? Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Помогите с вопросом, разрешен ли разворот транспортного средства в тоннеле? Нет, Заходи. нет, конечно. Андрей. Ты что, Как нет, зайти? никогда в жизни. Давайте я Честно? буду всем подсказывать. Конечно, конечно. Как можно в туннеле развернуться? Ты что? При возникновении ДТП водитель должен что сделать? Ебало набить тому, кто разбил его машину. Нету такого ответа. Вообще все нажимай там, все. Поставить Верните все всех пункты. дурничек. Конечно, все. Полицию вызвать. Машинку там, на аварийку поставить, да, как бы, и оставаться на месте. Бля, чё у меня с глазами, алло? Я думаю, надо пивка ебануть, да? Ну, пивка ебанул, сразу почало, вот это я понимаю. Дайте денег сдать эту паражу, а? Ну дайте денег, ну денег нету, нету денег. Извини. Ой, а, блядь. О, нормально. На повороте возник занос переднего привода автомобиля. Ваши действия. Знаете, нет? Куда подулись, ебать? Отдал, нахуй. Летаешь за ДБ, блядь, нахуй. За ДБ, блядь, летаешь, нахуй. ЖБ на форму. Ебать, все, нахуй. 7 дней баны, блядь, оскорбление родных, нахуй. Все, даймонд. Как вы Вообще-то заходите? 30. Алло, люди. 30, нахуй? Ну, будешь 30, блядь. Жди, ебать, на форуме, блядь. Я форумный боец, ебать. Вай, ДБш, нахуй. Алло, ребят, что на перекрестке? Вы эти как с мужчиной, блядь, стрельни, нахуй. Ребят, как зайти в инту? Я не могу. Ёпрст, у меня просто стенка не пробивается. Что делать? Это баг. Чё хочешь? У тебя то же самое, да? Не, у тебя тебе надо таблеточку выпить. Релогин называется, знаешь такое? Как еще раз? Релогин. А, окей, понял. Здорово, пленница. Ау, здорово. Поехали. Чё, куда? Меточка, меточка, меточка. Красоточка. Ух ты, а тут что такое? Эй, дай денег, а? Ну дай денег, дать эту парашу. Ну дай ты денег. Тут 100 рублей. Или на Дайте краску денег. можно проезжать. Дайте денег, я все буду подсказывать всем. Дайте денег. Алло. Чё надо? Давай, давай. Светофоры влияют, нет? На что? Полный. На светофоре горит красный. Ваши действия проехать, так как сигнал Ебать, светофора разрешается не учитывать. Сбить светофор, чтобы он не был других участников движения. Остановить на светофор. То есть тут влияет, да, светофор? вообще лучше забери его, нахуй он нужен. Да, по сути. Дайте денег. Платишка, тут дорогие лицензии, можно даже не смотреть. Шо, пацаны, кому нельзя западло тратить 5000 долларов на транспорт мотоцикл, да, вот реально.
Какие 2000? На 5 кубов стоит лицензия на мототранспорт. Нахуй нужен. Грабовой 10 тысяч. Охуенно, да, ребят? Я тут 500 не могу. Дайте денег, ебать, сдать права ссаные.